Крым издавна считается столицей детских летних лагерей всего постсоветского пространства. Сегодня, как и многие годы назад, ребята приезжают на отдых из разных уголков России. Однако родители не могут отправить любимого ребенка в лагерь, не зная, безопасно ли там. С выяснением этого обстоятельства помогает МЧС. Сотрудники ведомства внимательно осматривают каждое учреждение перед началом сезона. Особо ответственно они относятся к противопожарной безопасности. Это, конечно же, система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре. Также особое внимание обращается на наружное противопожарное водоснабжение, на внутреннее противопожарное водоснабжение. Однако безопасность детей в летних лагерях обеспечивается не только необходимым противопожарным оборудованием. Крайне важно, чтобы персонал учреждения знал, как пользоваться им и что делать в случае чрезвычайного происшествия. Для этого сотрудники МЧС провели специальные инструктажи, в которых объяснили порядок действий и научили работников пользоваться противопожарным оборудованием. Запланирована работа с каждой дежурной сменой. Помимо этого, будут проводиться инструктажи, беседы с детьми, которые будут отдыхать и оздоровляться на курортах Республики Крым. Инспекторский состав нацелен именно на то, что обеспечение безопасности детского оздоровления – это прерогатива, первое направление на текущий месяц. К сожалению, не все летние лагеря Крыма оказались готовыми к приему детей. Так, например, в одном из таких учреждений Бахчисарайского района ни один из показателей не соответствует требованиям. Там не работает система оповещения, отсутствует противопожарное водоснабжение и плохое состояние эвакуационных путей. Если бы не своевременная проверка МЧС Крыма, дети могли бы оказаться в потенциальной опасности. Никита Егоров, служба новостей ИТВ, Бахчисарайский район.